Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики» Ивушка. Танцующие ручки у Ивушки плакучей, она ветрам мелодий послушна, как весна. Ее полей водою, а песнями не мучай, она красива очень, то не ее вина. Она богиня леса, она мне из растений творит такие яства, что хочется глядеть и нюхать ароматы, летящий дух весенний, и танцевать, как Кришна, и мантру сердца петь. И слушать гром, и трубы, и эхо круглой чаши, и молнии во взгляде сияющем следить, и думать об Эдеме, где души будут наши плодами наслаждаться, из рек хрустальных пить. Танцующие ручки у Ивушки плакучей, она ветрам мелодий послушна, как весна. Лишь сердце понимает, что нет границы жгучей. Ты, Ивушка, вселенной волшебная жена. Танцуют Будда, Шива и боги белой расы, танцуют бодхисаттвы свой танец неземной. В гармонии вселенской летят иконостасы, Иисус и Яхве, Кришна, с тобою и со мной. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики», Иерусалим, 2016 год. Ивушка.